Любимая классика французского кино. «Беглецы», 1986 год. Это Грац. Грабитель выходит из тюрьмы и попадает в заложники. Трогательно смешно дуэт Пьера Ришара и Жерара Депардье. Опять имя, и опять они великолепны. Ну как же так? Сколько классных и интересных фильмов они подарили вместе. Этот дуэт бесподобен. Режиссер, да-да, тот же Франциск Вефер. Он улыбался не зря. Он понимал, это дядька, что это будет великолепная работа на века. С великолепным Пьером Ришаром, Жераром Депардье, Жаном Карме, Морис Бьер, Жан Бенгик, Лорен Бланш и маленькая-маленькая прекрасная девочка, которая была дочкой героя Пьера Ришара. Зрителей в СССР 22, почти 33, простите, 23 миллиона. Это просто... Сборы в России 23 тысячи. Ну, по тем меркам это колоссальные цифры. Премьера в мире 17 декабря 1986, релиз на DVD 18 декабря 2008, Союз Видео. И время здесь просто улетает. Мы ставим фильму 7 баллов. Уже просто великолепие. Нескладный грабитель банка захватывают заложники бывшего крутого заключенного. Полиция бросается за ним в погоню. Герои меняются ролями, заложник становится нянькой похитителя и отцом его немой дочери. Теперь крутой, который сидел за 14 ограблений банков, твердо решил завязать. Он помогает странной семейке скрываться от полиции, навлекая на себя массу новых проблем. Но в награду ему будет атмосфера семейной любви, о чем он не имел понятия, и даже маленькое чудо, произошедшее с немой девочкой. 7 баллов этому великолепию французской классики. Пересматривай, друзья, фильм на века. Ставьте лайки на 2 канала, подписывайтесь, Грэд Ревью, Яндекс.Зен. И будет нам всем счастье. Welcome back.